Здравствуйте, друзья! Продолжаем наше наблюдение за областными соревнованиями по водному туризму, напомню, которые проходят в поселке Семашево на плотине, которая называется Шумок. Значит, мы смотрели соревнования на одиночных байдарках, а теперь подошло время соревнований на парных, видите, катамараны. Вот. Механизм такой же, нужно проходить вот эти ворота, красные и зеленые. Но, конечно же, вы должны понимать, что вдвоем на катамаране управлять намного сложнее, потому что здесь приходится грести согласованно, чувствовать партнера своего. Когда ты плывешь один, ты отвечаешь только за себя, и ты чувствуешь свое судно, чувствуешь свои весла, а тут ты должен чувствовать партнера. Так, вот первые ворота пройдены. Сейчас нужно вернуться и пройти еще вторые красные ворота. Вот, это очень увлекательно. Вот мы сюда приехали в 12 часов, и 6 часов уже пролетело буквально незаметно. Совсем незаметно. Вот, поэтому интересуйтесь жизнью. Это все проходит близко от нас, всего в 15 километрах в поселке Семашево. Поэтому я прям очень рад, что я не остался в городе в эту субботу, а попал на такие замечательные соревнования. Ну вот эта команда, парный экипаж, скажем так, неопытный, молодой, поэтому, видите, у них даже дистанцию завершить до конца не получилось. Сейчас посмотрим, как более опытные ребята справятся с этим заданием. А зрелище вообще впечатляет, конечно. Вот мы смотрели уже, как работает плотина. Прям горная река. Ну, до новых встреч!